Здравия желаю, командир отдельной роты ДПС, лейтенант полиции Голд. Сегодня будут погони с Телесом. Мы вместе засняли очень крутые погони, надеюсь, они вам понравятся. Ссылка на Телеса будет в комментариях. Если вы не подписаны на него, подписывайтесь, так сказать. Также не забывайте про мой промокод. Я играю на сервере Green, а мой промокодик Gold. За него получите 450 тысяч рублей. Хватит на машину и квартиру. А мы погнали. Ой, чё? Где ты? Витя, где ты? Почему тебя нету? Поехали, да? Ты за ним? Да. А в данный момент внимание, он... погоню за зеленым Рено Магнум. Едем по городу Арзамасу, по правую руку проезжаем аптеку города Арзамаса. Нельзя так делать, что он творит-то? Да он по пингу режет. А водитель завернул в сторону офиса ФСБ, по левую руку проезжаем по стадион города Арзамаса. По правую руку скажи, у нас суд города Арзамаса. Честь 22. Накидываю. Начал преследование за преступником, по левую руку проезжаем офис ФСБ. Да на форум полетишь, блядь, клоун ебаный, урод, блядь. Скажи остановиться ему, блядь. Ты обочине прижимаешься, зеленый Рено Магнум. Съебался отсюда, блядь. Стрелять по колесам. А, позади оставляем офис ФСБ, завернули в сторону Арзамаса 2, полиция. По левую руку проезжаем особняк семьи. Рамин, правую руку полить, сейчас будем проезжать АЗС Газпромнефть. Нет, погоди, еще маска на городе. Обочине прижимаемся, зеленый Рено Магнум. Тевис, ты скажи, когда полить. Куда он съезжать будет? Сейчас завернули в сторону на этого, панков, водитель поехал в сторону Арзамаса 2, по левую руку у нас панки. Водитель едет по полям. Не едьте за ним по полям. Дальше продолжайте координировать. Координируй, умоляю тебя, координируй. В сторону Лыткарина поехал зеленый маг. Вижу по прицепу. Прицеп давай. Что, можно Лыткарина по нему полить? В тоннеле, да. На дворец Путина. Давай, движется на дворец Путина, беру координацию на себя. Зеленый тягач не снялся по требованию. Требуется дополнительный экипаж, как приняли. Все, я уже еду. Я сзади тебя еду. Я готов стрелять. Можно по нему стрелять? Кстати, на мостике переходи дорогу. Ой. Все, переходи. На мостику переходи дорогу, значит. Остановился на парковке около дворца Путина, развернулся, выезжает с парковки дворца Путина. Выезжаю за дело, продолжайте координацию. Что делать ему? Давай блок ограждения ставим. Как ты ставишь? Ты не можешь. Координацию продолжайте. А ты чё? Старался, прекратил, закончил. Рядовой стоять. Ой, ёперный театр. Да, там лейтенант Саберфастер и еще кто-то. Все, 5 секунд. 4, 3, 2, 1, бежим! Бежим, штурмуем! В сторону ТЦ перекрестку. По левую руку приехали ТЦ перекресток. Продолжая движение прямо, по правую руку приезжаем нотариуса Арзамаса. Сворачивает во дворы около нотариуса Арзамаса. Движется по дворам в сторону байкеров. Понял, выезжаем. 109 подъезд. Экипаж требуется. ТЦ и байкеры. Одного экипажа достаточно. Все, еду к тебе. Что, в 109-м? Да. Он в хату, да, забежал. Как у него? Айди, знаешь. 278. Админ? Вот, дверь его знает даже. Давайте устроим засаду на улице, стойте и ждите его. Окей. Когда он будет заходить в дом, вы мне скажите. Окей. Выходите? Ну, когда он выйдет, сразу забежит в дом, вы мне скажите. Так я в этом, я у подъезда стою, мне надо зайти туда. В этом...
Не, я на улице стою с шокером. Я тоже. Что делать, я не понял. Я взял. Все, пошли. Все, спасибо. Все, спасибо. Давай человеку под руку идет. Он не идет. Он стоит. А от Телеса куда-нибудь подальше отойди. Он забагался. Или, блядь, что с ним? Во-во-во. Все. Он сейчас из НТ вообще должен выйти. Только надо как-то аккуратно его вытащить. Во, все. Все, на выше. Все, красава. А давай по бутырке покатаемся. Мы сейчас на трассе кого-нибудь словим. Ну, давай. Блять, не смотри. Ну, это опять же разносчик. Ой-о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 й. Че, давай ты его, а то у него сильно много нарушений. Да похуй, надо догнать сначала. Давай. Все, я если что возьму пистолетик. Полиция. Синий Рено Т, после светофора прижимаемся к обочине. Синий Рено Т, к обочине прижимаемся. Нихуя себе, что... Синий Рено Т, к обочине прижимаемся. А в данный момент идем погоню за синим тягачом Рено Т по городу Арзамасу. По левую руку мы проезжаем уборщиков улиц, едем от вокзала города Арзамаса. Второй экипаж, подключаемся. Че, скажи, когда шмалить? Когда из города мы выезжаем. Водитель ну, синего тягача к обочине прижимаемся. А только что водитель повернул направо, по правую руку проезжаем нотариус, едем к риэлторскому агентству и к точке Арзамас 2 для дальнобойщиков. Бля, надо чейс ему прописать. А водитель завернул в сторону Эдова. Прижимаемся к обочине, скажи. К обочине прижимаемся, гражданин. А, все остановилось. Давай ты. Он, блядь, сильно много чего нарушил. А, нахрена вы вас информацию о преследовании кинули, если я остановился? ВЦ, да, остановился, когда мы просили до этого времени. ВЦ, я сниму, удостоверение, все закончено. Ой, ВЦ... Преследование все закончено. Здравия желаю, вас беспокоит инструктор полицейской академии ДПС УДИБДД по Нижегородской области, лейтенант полиции Голд. Удостоверение мое требуется? Никак нет. Хорошо, гражданин, вы только что... Ну, не только что, ладно. 3 минуты назад, примерно, когда ехали по трассе от завода, вы выехали за двойную сплошную линию. Признаете? Признаю. Хорошо. А можно ваше водительское удостоверение, а также техпаспорт на авто? И еще у вас вот номеров нету, это нарушение КАП 1.2. Достал, взял протокол и ручку с панели управления автомобиля, протокол и ручка в руке, начал заполнять протокол. Заполнив протокол, передал человеку назад протокол и ручку. Так, распишитесь на протокольчике. Так, взял протокол и ручку, следом поставил свои подписи, передал протокол и ручку, сейчас приедет. Взял протокол и ручку, положил протокол, положил ручку, взял протокол, затем передал человеку назад. Все. Оплатите штраф в течение 7 дней, будет скидка 50%. Удачи на дорогах, до свидания. Ну и бонус для тех, кто досматривает до конца мои ролики. Пиши слово «яблоко» и с помощью рандомайзера ты получишь 150 тысяч рублей на Amazing Roleplay Green. И спасибо тебе за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал и получай уведомления от моего канала. Ну а с вами был Голд и всем пока!